Все чаще студенты вузов выбирают не бессонные ночи за написанием диплома, а покупку готовой выпускной квалификационной работы. Чем выше спрос, тем разнообразнее предложение. На просторах интернета можно с легкостью найти сотни профильных сайтов, которые предлагают быстро и недорого написать оригинальный текст. Чтобы искоренить эту проблему, власти на законодательном уровне запретили рекламу дипломов на заказ. В ВГУ, как и в других университетах, во всех образовательных учреждениях высшего образования, все с этим сейчас строго, поскольку законодатель в федеральном законе об образовании и в подзаконных актах зарегламентировал обязательность проверки на заимствование выпускных квалификационных работ, то есть по-простому дипломы, и научных квалификационных работ, диссертаций. Поэтому мы обязаны все работы проверять на заимствование. Прежде чем допустить студента к защите диплома, преподаватель проверяет текст работы с помощью специального сервиса антиплагиата. За считанные минуты программа выявит заимствование и покажет процент уникальности всего документа. Если выяснится, что учащийся попросту скачал диплом из интернета, то преподаватель отправит его переделать работу. Студенты, они уже себя зарекомендовали в течение 4 лет, и мы знаем, что от них ожидать, и комиссия уже, естественно, поймет, его это работа или нет. И по наводящим вопросам это будет ясно, что, возможно, это не его работа. Но если студент прекрасно защищается, проверка на антиплагиат показала хороший результат, то есть мало заимствований, то... тогда здесь, наверное, сложно уже обвинить студента, что он и купил эту работу, заказал. Продавцы дипломных работ гарантируют высокую уникальность текстов, которые с легкостью пройдут проверку на плагиат. Впрочем, машинный анализ – лишь часть оценки выпускной работы. Главное испытание – аттестационная комиссия, которая обычно с легкостью распознает тех, кто решил жульничать. Да и студенты сами понимают, что покупка диплома не гарантирует успешной защиты. Ну, плюс – это то, что экономит время. Не нужно заморачиваться, а с другой стороны, минусы – это то, что ты не разберешься в теме, соответственно, как ты будешь ее защищать, если ты не разобрался в этой теме, ты не ответишь на вопросы. И, ну, опять же, это сумма денег определенная, которая можно потратить на что-то более полезное. Впрочем, никакой уголовной или административной ответственности за продажу и покупку выпускных работ на сегодняшний день нет. А вот за торговлю документами о высшем образовании можно получить вполне реальный срок – до 2 лет лишения свободы. Только на территории Ивановской области в этом году закрыли свыше 90 площадок, предлагающих купить Филькину грамоту. Не стоит забывать, что кроме этого уголовной ответственности подлежат и лица, которые незаконно используют эти документы в личных целях. То есть непосредственно кто купил эти документы об образовании, заведомо знает, что они являются подложными. Действия уже данных лиц квалифицируются по данной статье и наказываются штрафными санкциями вплоть до 80 тысяч рублей. Поправки в федеральный закон о рекламе должны серьезно прижать торговцев курсовыми, дипломами, диссертациями. Впрочем, пока студенты воспринимают написание итоговой работы как повинность, а не как способ подтвердить свои знания, всегда найдутся покупатели и продавцы дипломов на заказ. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.